И завтра в центре Уфы частично перекроют 5 улиц с 8:30 до 14:30 часов в связи с церемонией прощания и похорон первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ну, движение транспорта будет частично ограничено на улицах Ленина от Кирова до Пушкина. Ну вот на самой Пушкина, Степана Разина, Малой Бакунина и Алтайской. Муртаза Рахимов скончался накануне ночью из-за тромбоза после перенесенного ковида. Ему было 88 лет. Прощание с первым президентом республики будет проходить в государственном концертном зале «Башкортостан» с 9 утра до 12 дня. После его похоронят на мусульманском кладбище Уфы.